Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор библейской церкви Оксфорда. И сегодня я хотел бы начать серию проповедей о событиях будущего о восхищении церкви. Говорит ли Библия о восхищении церкви до великой скорби? Библия говорит о конкретном времени, к которому мы, по-моему, уже приближаемся. Это конец времен или день Господень, ну или же скорбь. И это будет самое ужасное время в истории, и оно детально описано в книге Откровения. Есть две причины, почему оно будет таким ужасным. Во-первых, зло проявится во всей полноте, особенно в лице Антихриста и его мировой империи, что приведет к всемирному преследованию святых и всех тех, кто откажется от знака зверя. Именно поэтому этот период назван Великая скорбь. Это будет время великих волнений. А во-вторых, это будет время усугубления Божьего гнева, когда Бог будет изливать свои суды с неба в виде семи печатей, семи труб и семи чаш. Именно поэтому это время также названо «День Господень». Также в Библии сказано, что эра церкви закончится восхищением церкви. Христос придет за церковью, мгновенно заберет всех живых верующих для встречи с Ним в небесах, а затем переведет их в бессмертные тела. В то же самое время христиане, которые умерли в эту эру церкви, воскреснут и тоже встретятся с Господом в воздухе. Спорный вопрос в том, как восхищение церкви связано со скорбием. Нам важно с этим разобраться, потому что это актуальный вопрос для нашей жизни. Если оно будет до скорби, то оно неизбежно. Иисус может прийти за нами в любое время, а это значит, что мы ждем, когда Он придет за нами, мы фокусируемся на Нем и готовимся к удивительной встрече с Ним. Это мотивирует нас к святости, служению и евангелизму, чтобы мы угодили Ему. А если вознесение будет после скорби, то Иисус не придет еще как минимум 7 лет поскольку перед этим будет знак зверя и антихрист, то наш основной фокус будет на событиях в мире и подготовке к приходу Антихриста. Я считаю, что восхищение Церкви будет до скорби, поэтому наш основной фокус должен быть на Христе, а не на Антихристе. Поэтому давайте для начала откроем два известных отрывка о восхищении. Это первое послание. Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, Бог приведет с Ним. Духи умерших святых после их смерти идут на небо. А когда Иисус вернется, то Он придет вместе с их духами, чтобы они воссоединились со своими телами на земле. Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертв, Твоего Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. Отсюда появилось слово «восхищение». Это перевод греческого слова «харпаза», а на латыни «арапто». Так что «восхищение» есть в Библии. Здесь мы видим две группы людей, мертвые во Христе, оставшиеся в живых на момент восхищения. И они поднимутся навстречу с Иисусом в определенном порядке первыми поднимутся мертвые во Христе, а за ними оставшиеся в живых. Еще здесь сказано, что это произойдет после двух звуков трубы. Первый раз труба зазвучит, чтобы поднять мертвых во Христе, а второй звук трубы ознаменует восхищение живых для встречи с Иисусом в воздухе. Это, конечно же, будет последняя труба для эры церкви. И это идеально совпадает с первым посланием Коринфянам. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменим». Вдруг во мгновение ока при последней трубе. Здесь Павел говорит о тех, кто будет еще жив на момент восхищения. Он говорит, что наши тела изменятся, они воскреснут, и произойдет это при последней трубе. Это подразумевает, что были и предыдущие трубы, которые инициировали воскресение мертвых во Христе. Мы видим подтверждение этому в следующих стихах Павла. «Ибо вострубит первая труба, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся при звуке последней трубы». Он не точняет все эти детали, потому что он уже сказал все это в прошлом стихе. Объединив оба отрывка, мы можем увидеть, что Христос будет трубить дважды. При звуке первой трубы воскреснут мертвые, а при звуке последней трубы мы живые будем восхищены. Говоря о восхищении церкви до да скорби, я вначале хотел бы представить вам ее цель в Божьем плане. Это будет не только изменение в целах, но и восхитительный кульминационный момент в нашем божественном романе, где Христос, это жених, который приходит забрать свою невесту, чтобы мы могли пожениться и полностью объединиться навсегда. Бог задумал, чтобы еврейские свадебные обычаи стали прообразом нашего божественного романа. Выбрав себе невесту вечности, жених затем пришел на землю, чтобы продемонстрировать свою любовь, умерев за нас, заплатив выкуп за невесту своей кровью. Потом через Евангелие он заявил нам о своей вечной любви, Предложив вступить с Ним в Вечный Завет. Принимая Христа, мы обручаемся с Ним. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих: Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Обручение скреплялось тем, что пара пила из одной чаши, символизируя, что теперь их сердца и жизни соединены воедино. Затем жених говорил своей невесте, что ему нужно вернуться в дом своего отца и сделать все приготовления к их свадьбе и совместной жизни. Например, построить дом. Он уверял ее, что вскоре вернется за ней, а затем они будут вместе вечно. Это именно то, что мы видели на последней вечере. Иисус предложил чашу своим ученикам, символизировавшим церковь, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставления грехов. А еще жених обещал не пить вина, пока они не соединятся вместе в радостный союз. Это было гарантией того, что он сдержит данное ей обещание. Также Иисус сказал во время последней вечери, «Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Вскоре после ужина жених Иисус стал уверять свою невесту, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Здесь Иисус говорит о Своем скором отбытии в дом Отца Небесного. Но все начинается с его заявления перед праздником Пасхи. Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. То есть речь идет о том, что он собирается обратно на небо, а именно на его смерти и воскресение. Иисус объявил им о скором отбытии, чтобы вернуться к своему небесному Отцу. Он сказал, я и шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Следовательно, смысл его слов в Евангелии от Иоанна, где он говорит, не тревожьтесь, верьте в Бога и в меня, верьте, в том, чтобы утешить свою невесту перед лицом их скорой разлуки. Он обещает вернуться за ней с небес, и тогда они будут вместе навсегда. А говоря, в доме моего отца много обителей, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я, Иисус заявляет, что Он идет на небо, но обещает вернуться за своей невестой, прийти и забрать ее к себе на небо, потому что Дом Отца — это небеса. Так сказано во многих местах Писания, включая молитву «Отче наш, сущий на небесах». Поэтому, когда Иисус говорит о Доме Отца, Он имеет в виду небеса. То есть он говорит, что собирается к Отцу на небо, но также обещает вернуться оттуда за своей любимой невестой. Речь идет о возвращении с небес после Его Вознесения, а не о возвращении к жизни после воскресения из мертвых, как говорят некоторые. Его целесное возвращение к ученикам после воскресения было временным, а далее он обещает вечное телесное воссоединение. Это обещание о восхищении. Следовательно, 14 глава Иоанна — это классический отрывок о восхищении церкви, подтверждающий восхищение до скорби, потому что Христос обещает прийти и забрать свою невесту на небо на какое-то время перед тем, как вернуться на землю во втором пришествии. Он сказал, что вскоре пойдет в дом Отца, на небо, чтобы приготовить место для нас с вами. И Он исполнил это во время Вознесения. А еще Он пообещал вернуться с небес, чтобы забрать нас к себе, чтобы мы были с Ним вечным. И так Он пообещал вернуться с небес за Своей невестой и забрать ее к себе на небо. В противном случае... Его обещание приготовить место для нее на небе было бы бессмысленным, а сравнение с отрывком о восхищении церкви в первом послании фессалоникийцам показывает почти полное совпадение событий. Следовательно, в 14 главе Иоанна речь идет о восхищении. Когда жених пообещал уйти, а затем вернуться за своей невестой. Он уходит в дом своего отца и наступает время их разлуки, во время которой и жених, и невеста хранят свои сердца в чистоте и с радостным предвкушением ожидают своего воссоединения, когда все их мечты исполнятся. Когда наступал великий момент, и отец давал сигнал о начале свадьбы, сын с радостной процессией отправлялся за своей невестой. Тем временем невеста, которая не знала точно, когда за ней придет ее жених, с нетерпением ждала его прихода, надеясь, что великий день наступит именно сегодня. Она готовила свадебное платье, в котором она предстанет перед ним. В Библии это платье — это наши праведные дела для Христа. Это символ нынешнего времени, когда невеста готовится ко встрече с женихом. Мы призваны жить свято, ожидая его возвращения, то есть восхищения. Церкви ⁇ это романтический момент. Сам Господь придет туда, где живет его невеста, с радостными возгласами. Он поднимет ее на руки и унесет ее в дом его отца на свадьбу. Он не будет делегировать это своим ангелам. Вот почему в классическом отрывке о восхищении сказано «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». Придя в дом отца, невеста принимала ванну и переодевалась в свадебное платье. Это символ судилища Христова, где мы будем очищены от наших мертвых дел получим наши награды и облачимся в славу в соответствии с нашим праведным поведением. Затем невеста предстанет перед своим женихом и станет его женой. После этого они проведут вместе особенное время, чтобы скрепить свой брак. Только после этого они появляются перед людьми и присоединяются к брачному перу. Тот факт, что Иисус придет именно за своей невестой, чтобы забрать ее на небо, полностью согласуется с восхищением церкви до скорби. При восхищении после скорби у них не будет времени для всего вышеперечисленного, так как им придется сразу же вернуться на поле боя. Так теряется вся романтика и весь смысл восхищения, потому что для всего этого нет времени из-за других важных планов. Откровение 19 глава подтверждает сценарий восхищения до скорби. Там мы видим, что невеста есть на небе до второго пришествия, и теперь она уже его жена. Давайте прочитаем об этом. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Затем объявлено о брачном пире, который должен будет пройти на земле, блаженно званные на брачную вечерю Агнца. Спустя несколько стихов та же самая невеста, которая была описана как чистая и светлая, Возвращается на землю вместе со Христом, и воинства Небесные следовали за Ним на конях белых облеченные весон белый и чистый, а это означает, что восхищение невесты должно произойти до второго пришествия, потому что до этого она уже была на небе и вернулась на землю вместе со Христом. А в четвертой главе Откровения мы читаем, когда именно произойдет это восхищение. Иоанн пишет, «Я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною. Он сказал, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Ему будет показано, Сказано будущее, и с последующих глав мы видим, что речь идет о скорби. На небе как раз перед началом скорби, он видит 24 старца на 24 престолах, одетых в белые одежды и с золотыми венцами на голове. Слово старца всегда означает Библии мужчин, и эти мужчины по причине своей зрелости являются лидерами и представителями больших групп. Что-то вроде синедриона или церкви. Возможно, имелись в виду старейшины церкви. Это стандартный термин для описания лидеров церкви. То есть эти 24 старца символизируют церковь. Термин «старцем» не подходит для ангелов, потому что все ангелы одного возраста, и они изначально созданы зрелыми, они растут от младенцев до взрослых ангелов. То есть старцы не могут быть ангелами, потому что все ангелы одного возраста. А в Откровении 5 главе ангелы четко отделены от старцев. Эти старцы одеты в белые одежды. Они сидят на престолах, а на их головах — золотые венцы, которые обещаны победителям из эры церкви в предыдущей главе. Победителям были обещаны белые одежды, престолы и венцы, все это получали воскресшие люди на судилище Христа. Итак, контекст предыдущей главы подтверждает, что эти старейшины — это воскресшие и вознагражденные люди. Венцы здесь названы «стефанос», что значит «венец победителя». При этом нигде в Библии не сказано, что ангелы носят венцы. Любопытно, что в ветхозаветных откровениях о небесах ничего не сказано о старцах на небесах потому что они появятся только после восхищения церкви. Следовательно, эти 24 старейшины — это представители церкви, и это подтверждается тем фактом, что церковь — это царственное священство. То есть старцы сидят на престолах не только как цари, но они также исполнили священническое служение а их число 24 соответствует 24 главным священникам Израиля над 24 сменами, которые символизировали все священство. И этих священников также называли старейшинами или старцами, потому что они были членами Синедриона. Мы видим, что в начале скорби церковь уже на небе, представленная старейшинами. И это еще до начала судов Божьих. Это подтверждено их песней в Откровении 5 главе. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклон и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». А что речь идет именно о церкви, мы видим в Откровении первой главе от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Но в 5 главе, 9 стихе есть одна проблема в тексте. Там, где сказано ⁇ искупил нас ⁇ может быть сказано ⁇ искупил их ⁇ Такая же проблема и в 10 стихе, и во многих современных переводах вместо ⁇ нас ⁇ нас сказано их оригинальная рукопись 10 стиха на самом деле склоняется больше к варианту со словом их но в девятом стихе больше вероятность того что там стоит слово нас искупил нас в 23 из 24 ключевых рукописях сказано нас за исключением рукописи Александриеса, где нет вообще никакого местоимения. А в самых старых рукописях написано ⁇ Нас ⁇ К сожалению, современные переводчики вставили в девятый стих их. И теперь там сказано, ты искупил их. Это сделали ради соответствия десятому стиху, где сказано их. Но делая так, они не написали то, что было указано в рукописи, а прибегли к собственным доводам по отношению к данному тексту. Если следовать тому, что сказано в оригинальных рукописях, то эти 24 старца пели возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Это пели не ангелы, а эти искупленные люди. А в десятом стихе к ним присоединились четыре живых существа и запели ⁇ Ты сделал их царством и священниками для Бога, и они будут царствовать на земле ⁇ это пример антифонного пения. Это доказывает, что в начале скорби церковь уже на небе. Все действия на небе в Откровении 5 главе сконцентрированы на свитке с семью печатями. Этот свиток — это документ о праве собственности на землю. И речь идет о том, что только Агнец достоин открыть этот свиток, доказав тем самым свое право на владение землей и на суд над всеми теми, кто восстал против его власти. И в Откровении 6 главе он открывает первые шесть печатей, вливая на землю суды. Это доказывает, что весь период скорби – это время Божественного суда, поэтому ему больше подходит название День Господень. Эти суды были принесены на землю семью печатями, семью трубами и семью чашами гнева с небес. Божий гнев начался не с чаш гнева, потому что на них гнев Божий закончился. Следовательно, гнев Божий начался раньше, с открытия первой печати. После открытия первой печати мы видим, как Антихрист идет в наступление, приведя за собой мировую войну, всемирный голод, эпидемии, гонения, массовые беспорядки и природные катаклизмы, такие как землетрясения. Все это полностью соответствует родовым схваткам, описанным Иисусом в качестве знамений последнего времени. Тот факт, что Иисус теперь перешел в режим суда, виден потому, что он больше не сидит, а стоит. В Откровении 5 главе сказано, «Посреди престола стоял Агнец, и он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле». Сравним это с Псалмом 109. -м. Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног Твоих. То есть пришло время суда. Когда он начинает стоять, это означает, что он уже перешел в новый режим, режим суда. Суд начинается в Откровении 6 главе и продолжается до своей кульминации великий и страшный день Господень. Это будет день великого проявления славы Божией во время Второго пришествия. Как Его невеста, мы должны быть полны уверенности, что Он придет избавить нас до наступления всемирного гнева. Во-первых, у нас есть его обещание в первом послании Фессалоникийцам, 1 главе, 10 стихе, где верующие призваны ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисусом, избавляющего нас от грядущего гнева. Сюда также должен входить гнев периода Великой Скорби. И наше избавление от будущего гнева напрямую связано с его возвращением за нами. Чуть позже в послании к Фессалоникицам сказано, «Бог определил нас не на гнев, но получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». И речь идет о гневе во время скорби, а не об аде спасения полученное нами вместо гнева, это завершение спасения во время восхищения церкви. Хочу подчеркнуть, что я верю в восхищение церкви до скорби, не для того, чтобы избежать гонений антихриста. Если бы скорбь была такой же, как эра церкви, только с большей мерой гонений, то это одно дело. Но если воспринимать откровение буквально, то там сказано, что это будет такое время, которого еще никогда не было. Это будет время, когда не только зло откроется на полную, но и максимально усилится Божий гнев, что приведет ко второму пришествию. А мы не определены на гнев. Еще одно обещание находится в Откровении 3 главе, 10 стихе. И как ты сохранил слово терпения моего? то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И как и во всех посланиях Нового Завета, это обещание дано всей церкви. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Период всемирного искушения – это может быть только великая скорбь, которая является главной темой следующих глав книги «Откровения». Здесь Иисус говорит не просто, что Он сохранит нас от искушения, а Он обещает сохранить нас от годины или времени искушения, от самого периода искушения. Но даже если кто-то решит проигнорировать этот факт, это обещание говорит не только о сохранении нас от гнева Божьего во время периода скорби, но и сохранении от гнева человеческого и сатанинского. Но это неправда по отношению к святым периода великой скорби которые будут убиты Антихристом. Получается, что они не защищены от этого испытания. Об Антихристе сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». После сказано, что Иисус исполнит это обещание с помощью восхищения. И он говорит, все гряду скоро. Если время испытания будет по всей земле, и оно придет на всех живущих на земле, то единственный способ избежать его — удалиться с земли. Это важно понимать. Конечно же, любящий и сильный жених перед бомбардировкой жилища своей невесты заберет ее оттуда до проявления своего гнева. А после открытия первой печати мы видим, как Антихрист идет в наступление, приведя за собой мировую войну, всемирный голод, эпидемии гонения, массовые беспорядки и природные катаклизмы, такие как землетрясения. И все это полностью соответствует родовым схваткам. Итак, приход Христа неизбежен, он внезапно придет за своими и заберет нас на небо к себе до начала скорби. Поэтому нам нужно быть готовыми к восхищению. Для этого вам нужно принять Иисуса как своего Господа и Спасителя и жить достойно Его призвания.